На конкурс дети читают стихи Расликов Ярослав, 11 лет, Александр Трифонович Твардовский, рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить. Лет 10, 12, видовый, из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машины обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Выносят мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тугадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? Отдайте, я поеду на танке с вами, прямо приведу. Ну что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали, вот здесь, и с разворота заходим в тыл, и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душил огарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. Но как зовут, забыл его спросить.